Полдень. Мои котики посапывают после вкусного обеда. Я тоже сижу, пью кофе, немножко расслабилась и решила поговорить с вами, мои дорогие подписчики. Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики, я сегодня хочу поговорить с вами о вас, о вашей поддержке, о вашем внимании к моему творчеству и хочу поблагодарить Викторию Бумарскую. Вика, именно ваш комментарий сподвиг меня на новые идеи и на новые возможности. Вчера вы мне написали вот такой комментарий. Леночка, вы, конечно, большая молодец, все швы очень аккуратно обработаны, ваши изделия просто безупречно связаны. Дорогая Елена, пожалуйста, подумайте о цвете рукавов, чтобы это не напоминало Олега Попова на арене цирка. Просто жалко труд ваш, а здесь есть что пожалеть. Может, рукав одного цвета? Простите ради Бога, если что-то не так. Ну, дальше последовал мой ответ. И после этого комментария я, честно говоря, задумалась. Речь идет о моем платье «Домино». Все вы видели вчерашний выпуск по этому платью, где я показывала вам то, что у меня готово. Кетлевка, спина, перед. И осталось связать рукава. И, конечно же, я думаю на эту тему и думала, как же мне их связать, чтобы это было красиво, поскольку в платье участвуют два цвета. И нужно подумать, как же красиво это скомбинировать. Дорогая Вика, я очень благодарна вам за этот ваш комментарий. Вы не представляете, сразу после этого комментария мне пришла, на мой взгляд, просто шикарная идея, как оформить рукава, в каком цвете и как и что сделать дальше, чтобы платье действительно не было похоже на одежду клоуна. Хотя я ничего не имею против клоунов. Мне нравятся эти люди, которые смешат нас, доставляют нам хорошее настроение, но платье, конечно же, должно быть несколько другим. И сегодня я вам покажу и расскажу эту идею. И хочу поблагодарить всех моих подписчиков, активных подписчиков, которые оставили мне комментарии. Комментариев очень-очень много, много классов этому видео. Я, к сожалению или к радости, поставила функцию, что вы не видите, сколько классов к этому видео. Ну, чтобы люди, которые оставляют дизлайки, не могли видеть свои дизлайки. Это мое решение, это мое мнение, и у меня так на канале. Я сейчас покажу, сколько классов этому видео и вообще какой интерес. Я всем благодарна, всем, буквально всем, которые написали слова поддержки и теплые слова в мой адрес. Было всего несколько негативных комментариев. Эти люди уже давно заблокированы. В общем, отвечу на один из них. Может быть, вы себя узнаете. Был комментарий такой, что, ну, типа, зазвездилась и не жмет ли корона. Отвечу сразу. Корона мне не жмет, потому что у меня ее нет. Остальные все комментарии просто грели душу, давали новое вдохновение, новые идеи. И на вот этом комментарии Виктории Бумарской я просто взлетела, то есть, как сказать, сразу же пришла вот эта идея, и я вам сейчас о ней расскажу и покажу. Итак, как и обещала,
358 классов предыдущему видео, 7 дизлайков, 85 комментариев и 5000 просмотров этого видео за сутки. 358 человек против 7. Это вообще, наверное, ну, во всяком случае, мне о чем-то говорит. Я еще раз благодарю вас, мои дорогие подписчики. Ну, а сейчас покажу эту идею. Надеюсь, она вам придется по душе. Итак, посмотрите, что у меня уже получается. Вот такой рукав я начала вывязывать. Как вы понимаете, с одной стороны, там, где синяя часть, давайте синий буду называть, будет двуцветный рукав. Это продолжение погона, естественно, с этой стороны синего цвета. Я связала вот такую дорожку. Здесь у меня ниточки зафиксированы на тот случай, что, возможно, придется довязать. Пуся, поздоровайся. Пусечка. А вот здесь, значит, что, смотрите, я немножко изменила вот этот рисунок основной, который на косе, здесь 4 переплетения. Но поскольку здесь коса идет из 7 жгутов, из 7 раз перекрещивания на погоне, я решила так и продолжить. То есть идут просто вот эти вот линии, там какое-то расстояние, и потом идет вот эти 7 перекрещиваний в косе, и потом идут опять вот эти вот линии. Вот так будет выглядеть мой рукав. То есть сначала я связала вот эту часть. Эту часть я вязала на спицах троечка, так же как и вот этот погон начинался вязаться, да? Что я потом сделала? Из полотна я добавила, вытащив крючком вот здесь вот ниточки, уже цветом бежевый экрю. Вот сейчас разложу, чтобы было вам понятно. Да, сначала я сшила, конечно же, сшила, сделала боковые швы. Но здесь шов настолько аккуратный, что вы его не увидите. Когда швы были готовы, я набрала из с одной стороны петли крючком и с другой стороны петли крючком на спицу. Вот вы видите. И вот как раз покажу вам этот росток. С одной стороны, там, где у меня перед, у меня оказалось одно количество петель, по спинке таких петель оказалось больше, потому что моя спина длиннее, чем перед. Это то, о чем я говорила, что спина длиннее, чем перед. Соответственно, со стороны спины петель у меня получилось больше. Буквально на 3 петельки. И здесь у меня получилось 36 петель. Плюс 1 центральная. Я сейчас о ней поговорю. Здесь получилось 33 петли. То есть всего на спицах у меня получилось 70 петель. Ну и, конечно же, эти будут петли, 20 петель косы, они тоже будут входить в ширину рукава. В итоге получится, что рукав у нас будет вязаться на 90 петлях. Обращаю ваше внимание, что вот здесь вот петли тоже нужно набрать умело. Первый раз я набрала слишком много, и рукав у меня вот так вот фолдил. Поэтому, когда будете вытаскивать петли из полотна, вот видите, я как делала, то есть одну петельку вытаскивала, а вторую петлю пропускала в полотне, следующую петлю вытаскивала из следующей петли, потом не пропускала петлю в следующую петлю, вытаскивала и вот так вот чередовала, то есть через петлю один раз в петлю, второй раз пропустила, потом в петлю, опять в петлю пропустила. Ну, думаю, я понятно объяснила, чтобы вот здесь у вас вы не навытаскивали из полотна слишком много петель. Конечно, можно сделать расчет, померить вот это расстояние. Кстати, у меня здесь пройма рукава 23 сантиметра. Вот я сшила швы,
и оставила вот для проймы вот здесь 23 сантиметра вместе вот с этим погоном. Итак, значит, попав в нужный размер, вы можете, повторюсь, высчитать, сколько петель вам достать. Ну, то есть посчитать плотность вязания, посчитать сантиметры и потом вытаскивать петли. Я очень редко прибегаю к таким расчетам. Я все делаю на глаз. Ну, если не требует модель очень четкого расчета. Вот. И дальше все просто. Я дальше начала вязать полотно просто лицевой гладью, но спицы у меня здесь уже пятерка. То есть вот этот погон вяжу на тройке, а сам рукав я вяжу уже спицами пятерка. То есть теми спицами, которыми вязалось основное вот это полотно. И таким образом я провяжу еще, наверное, ну, в общем, я померила от плеча вот и до линии, там, где будет заканчиваться, ну, до запястья, так скажем, до резинки. У меня получилось 42 сантиметра. Но поскольку эта пряжа тянется, я провяжу на сантиметров 5 короче и постираю потом полотно. То есть вот этот элемент я уже вывязала до нужной мне длины. Теперь подгоню вот этот рукав до нужной мне длины. И вот это вот все постираю. Все платье стирать я, конечно, не буду. Постираю только вот эти части, высушу и посмотрю, какая у меня длина рукава. А потом уже посмотрим, как убавить петли, которые перед резиночкой. И свяжу на круговых спицах резинку, так же, как и горловина. 2 на 2. Теперь давайте поговорим вот об этой части рукава. Видите, у меня здесь вот по изнанке идет лицевая петля. Эта петля ложная, это как имитация шва. То есть, конечно же, здесь шва не будет. У нас будет вот здесь два шва. То есть, вот эта часть будет пришиваться к этой, с одной и с другой стороны. И таким образом мы получим красивый рукав. А вот здесь по боковому шву, здесь шва не будет. Здесь идет имитация, вот эта одна лицевая, вернее, с лица эта изнаночная петля. Это имитация шва. И эта петелька, это хороший ориентир, чтобы делать убавки на нашем рукаве. Ну, то есть скос, так скажем, нашего рукава. Вот вы видите прекрасно здесь эти убавочки. Начала я их делать произвольно. Ну, там, наверное, петель рядочков 12 вверх. Можно даже посчитать, сколько здесь рядочков. Но это не обязательно точно прям высчитывать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, где-то 10, наверное. И сделала первую убавку, провязав 2 петли вместе с одной стороны до этой петельки и с другой стороны. Дальше тоже у меня 10 рядочков, вторая убавка. А дальше я буду чаще немножко убавлять, где-то в каждом восьмом ряду. И вот эта петелька, имитация шва, как же она мне хорошо поможет вот в этом, так скажем, вывязывание рукава. И все, когда я свяжу, повторюсь, ну, где-то вот сантиметров там 40 провяжу, может быть, меньше даже, сантиметров 38, потому что полотно вытягивается очень сильно. Вот эти вот ниточки, как они, от Drops Baby Merino, они очень сильно вытягиваются. Ну, а дальше все понятно. Постираю, высушу, выглажу, я отпариваю полотно и потом просто пришью. Как буду пришивать, возможно, так же, как и вот здесь, вот, скорее всего, так же. Конечно, придется немножко помучиться, то есть в накладку вот так пойдет. А можно сделать вообще вывернутый шов, то есть вообще не морочиться, тоже будет красиво, но это все посмотрим, когда уже будет готово, так скажем. Вот так вот можно сшить. Прям по лицу. И будет тоже,
ну, такой кантик, да, состоящий из двух цветов. Или просто вот так же, как мы делали здесь, пришивали тамбурным швом вот этот погон. Так что вот так вот мои, ваши комментарии дают мне просто удивительный полет фантазии. Я очень благодарна вам, Виктория. Посмотрите на эту парочку. Вы видите, как они определили себе лежаки. Пуся заняла большой лежак, а Кузьма, лежак под Кузьмой трещит. Он ему мал, но он его очень-очень любит. Это был в гостях у нас сиреневый слон. Пряжа из этого интернет-магазина. Сейчас еще вам хочу показать мою помощницу. Это вот лампа для блогера, я уже о ней говорила. Очень помогает мне снимать мастер-классы, и я ее использую просто как освещение. Вот видите, очень хорошее качество света, как будто днем. Хотя на улице зима, конечно же, освещение плохое. Так что, блогеры, я вам рекомендую купить эту лампу. Ссылка есть под трансляцией, где я рассказываю об этой лампе. Не пожалеете, 1500, а такая прелесть. Напомню, что здесь есть крепление для, ну, в данном случае стоит у меня для планшета. Это можно отвинтить и прицепить крепление для телефона и снимать мастер-классы. Классная штука. Ну вот, мои хорошие, еще раз благодарю всех моих подписчиков, которые меня поддерживают, которые пишут комментарии. И вот согласитесь, комментарий был, ну, от Вики, я имею в виду. Она там извинялась, что извините, дальше поступил комментарий, какое я имею право вас там учить. А комментарий был не обидный. Комментарий мне дал просто, ну, очень интересную идею с рукавом. Так что я благодарна вот таким конструктивным комментариям, комментариям, советам. Ну, а хамство и заносчивые комментарии я, конечно же, я не то что удаляю, я просто блокирую таких людей и автоматом удаляются все их комментарии. Это так просто к слову. Да, вот здесь вот, здесь рукав, значит, будет вязаться в обратную. Коса будет бежевого цвета, а рукав, конечно, будет синего цвета. И получится, ну, на мой взгляд, очень красивое платье. Ну вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее коротенькое видео. Еще раз всех благодарю. Жду от вас новые комментарии, жду ваши лайки и жду ваши дизлайки. И я вас всех очень люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.